Доброе всем утро. Для меня оно очень доброе, потому что я опять в лесу нахожусь. У нас достаточно прохладно. Туманы берут свое и отдают нам еще последние свои грибочки. Еще пока мы ищем, пока находим. Грибов уже не так много, как раньше. Лес все-таки уже готовится к завершению осеннего сезона. Но, тем не менее, грибы пока еще есть. И пока они есть, мы пока ездим в лес. Ну что, посмотрим, что сегодня мы найдем. Все вы увидите далее. Пожелайте нам удачи. И мы пошли искать. Первая находка в лесу сегодня. Опять красноголовый подосинок. Он вот такой длинноногий. Классный. И еще не менее прекрасные тут же рядышком два друга, таких чистых и красивых, опять в зарослях ежевики. Вот он и второй, тоже такой же свежачок хорошенький. Ну вот как вот они растут за ночь, что ли? Классные. Все, забираем, идем дальше. Ну, не очень уж он свежий, конечно, но все равно можно его посмотреть и взять. Нет, наверное, мы этот гриб оставим на съедение, потому что его ест слизень. Ну, пускай дожирает его. Завтракает существо. Смотрите, какой крепыш попался. Вырос на горочке. Прям бочонок. Птицы просыпаются. И еще один. Как они легко достаются, прям класс. Уже взрослый такой достаточно. А вот и грузди осиновые нам попались. Один поменьше, другой побольше. Тут помоложе. Прям классные. Попробуем достать этого малыша. Его даже не подрежешь, он же маленький совсем. Малыш, не малыш, как оказался на самом деле, смотрите. Здоровый такой. Прям хороший. И этот тоже мы с собой заберем. Но это явно не слизняк ел. Мне кажется, прям зайчик его покусал. А тут у нас спрятался совсем-совсем маленький юный кандидат в баночку. Потяжка. Здесь у нас опята. Одинокие. Растут. Молодые медовые пята. Стоит, меня поджидает один красавец чистый подосиновик. А здесь вот такая вот парочка. Вообще еще на расросшиеся. Да. Ништячки грибные. Класс.
Нам попался масленок. Чистый, сочный. А здесь я нашла, по-моему, 2, а может и 3. Но под палками, под ветками, наверное, 2. Попробуем их достать. Так, ну этот легко достался мне. А вот этот, по-моему, врос. Как все прячутся хорошо. О, хороший какой. Немножко размок, но в принципе их можно взять. Нормальные. Какой классный. Пойдем, пойдем, пойдем. Достала. И еще один здесь. Этот тоже пойдет со мной. Коренастый. Ой, какой классный бочонок такой прям. Вырос бы, наверное, большим, но не успел. Ну какой тоже длинноногий кандидат. Еще один баночку. Кто-то грыз его, грыз. И не догрыз. Или он такой вырос. Чернобыльский. Но тоже пойдет со мной. На жарку. Этот гриб не так похож на белый. Но если мы его выкрутим и достанем, посмотрим, что это. Убедимся, что это просто подосиновик. Потому что он начал синеть на корню. Такой вот свежий молодой подосиновичок. Еще один в мою коллекцию. Прекрасный грибочек. Пойдем. Кто спрятался тут от грибников? Белоножковый. Красавец. Еще один пупсичек. Бочоночек. И вот тут травки могут попасться вот такие вот классные крепыши. Вот один, а вот здесь рядышком ежевики, еще один. Да, чистый, классный. 2 таких вот здоровяка. Какой белоножковый красавец не попался. А девчонки нашли опята. А мне пока вот такие попадаются. Классные. Какой красавец тут золоченых листочков написан. Сухой такой, классный. Сейчас рядышком поищем его братика и сестричка. Вот еще 2 братика и сестричка. Получается, ну, суховатый, конечно, тут прям на солнышке жарко. И еще один маленький белоножковый, вот такой вот. Вот он, листочков. Даже не один. Сейчас я подраскопаю, посмотрю, что там. Ну, там не один, правда, он там еще один лезет. Видите, какой оранжевый? Вот он, дружок. Но мы его тоже заберем. Вот он. Один. И второй. Класс. 2. Вот так вот. С одной полянки. 5 штук. И вот еще какой красавец белоножковый. И нога у него белая, длинная-длинная. Сидит глубоко в земле. О, да он тут еще и не один. Попробовать его достать. Вот. Да, такой суши, прям лезут карандашики. Вот такие. Еще один. О, еще копнула, еще один нашла, малыш. Вообще,
Если б листву не зарывала, б не нашла. Прям свечечка такая. Еще он весь в капельках воды. Гутация пошла. Что? Гутация. Что такое? Гутация — это когда грибы либо растения выделяют капельки влаги. Смотри, видишь? Угу. Да, вот ножки, вот, что ли? Вот, смотри, видишь? Да, да, да. Да. Этот процесс называется гутация. Вот еще один какой красавец. Они все тут, смотри, с этими, с капельками, с этой гутацией. Этот вообще уже сдох. А этот прям хорошенький. Тоже такой классный. Белоножка. Классно. А вот один вот масленочек. Хороший, чистый. А вот тут в ежевике второй. А, вон большой. Да, хороший, чистый. Вот они. Да, потому что здесь маленькая сосна. Вот такая вот молодая, но грибочки под ней есть. Вот такой вот гриб я нашла. Смотрите, какой классный. Вообще. Пирожочище. Чистейший. Большой, красивый. Еще один. Уже прям древний такой. Мокроватый, что ли. Возьмем его тоже. Доедет, не доедет, не знаю. Я нашла вот такие вот козырные опятки. Хорошие. Тут вот одни, тут вторые вот в кустике, в корешочке. Ох, как так вас аккуратно достать, ребята. Отдайтесь. Во. Богатыри прям. Но это же еще не все. Тут у меня еще рядышком еще кучечки. Сейчас я их вот тоже покажу. Вот вторая кучка. И вот тут еще вот какой крепыш прям. Хороший попался. Ну, блин, лопухи, конечно, сегодня вообще по опятам что-то не очень. Нет таких вот гвоздиков, как до этого. Все, уже они отходят, уже много раскрытых. Надо опять ждать дождик, и только тогда, наверное, их искать заново. А здесь у нас под сосной один масленок, ну, чисто вроде, и две мокрухи пурпуровые. Несколько мокрух я уже сегодня нашла, поэтому эти тоже заберу. Очень интересные грибы. Особенно после варки они меняют цвет, они становятся более фиолетовые. Классные. Возьмем. Еще один малыш оранжевый в мою коллекцию. Хороший, шикарный. В общем, такие грузди нам попались. Классные. Осиновые. Сросшиеся. Края загнутые. На засол будет класс. Хоть и большие, но тоже можно взять. Хорошие. Возвращаемся уже назад в машину. Собираем последние находочки свои. И вот такие вот уже на выходе из леса практически. Два крепыша я нашла. Ой, какая прелесть. По мху. На бугре. Все, отсобирались мы сегодня. Последний теплый денечек. Подосиновый сезон, надеюсь, мы не закрыли. Опяточный сезон мы тоже не закрыли. Но уловы сегодня просто самые лучшие. Самые классные. Поэтому на сегодня мы с вами уже будем прощаться. Всем пока!